безопасности дорожного движения невольно вспоминаешь на таких авторалли, когда скорости достигают до 200 км в час. В честь работников ГИБДД города Лагдепохья шестые авторалли «Белые ночи» обошлись без происшествий. А вот шестой велопробег, который был организован в Кондопоге, завершился трагически. Погиб 16-летний мальчик. Именно с этой печальной информацией началось сегодня заседание Республиканской комиссии по безопасности дорожного движения. Ее возглавляет первый заместитель председателя правительства Виктор Масляков. Сегодня конкретные районы, конкретные случаи. И самое главное, это уже входит в систему. Значит, согласны с вами, но сегодня все-таки не надо уводить на общие. Есть конкретные руководители, есть конкретные люди, ответственные вот за вот гибель данного ребенка. Жесткий и требовательный тон руководителя правительства по отношению ко всем участникам этого совещания, а здесь впервые собрались вместе представители ГИБДД и руководители районов, этот жесткий тон понятен. Речь идет о гибели детей. И ничего не могли противопоставить конкретным фактам, приводимым Виктором Масляковым, ни представители акционерного общества Кондопога, отправившие 37 велосипедистов без машины сопровождения и врача, ни работники ГИБДД Прионерского района, где по халатности родителей погиб семиклассник и двое девятиклассников остались калеками. За прошедшие 4 месяца погибло 5 и более 60 детей получили ранения. Комиссия приняла постановление с конкретными поручениями в адрес глав местного самоуправления. К сожалению, никто из руководителей МВД республики не присутствовал на этом совещании. И это тоже отношение к проблеме, заметил в заключении Виктор Масляков.